Я снова на часик в обед и играю роль Бонифация. Негры собрались. Это не в чистом песочке сигнальчик. Тут все искажено. Вот такой нелепый сигнальчик между фольгой и хрен знает чем. Но как раз необычные сигнальчики и стоит доставать. А вы чего засняли? Себя. Зачем? Кино снимать будем. Как мы золото копаем. У вас есть свой канал? Ну а как же? Он как называется? Сергей Клочков. На YouTube? Да, конечно, а как же? Все, посмотри. Так, где у нас инструмент? Где у нас инструмент? Хоп. Текс. Если он мне понравится, я могу и подписаться. Ну, подпишись, подпишись. Текс, и это копеечка. И это копеечка. Год. И это советская копеечка. Год. А какой же год? 80-й. Все, что на пресных пляжах, вот имеет такой вид. В смысле, на пресноводных пляжах. Очень хорошо сохраняются монетки. Берем-с. Итак, продолжение. В обедик покопать. Бонифаций и его верные друзья рядом. Ищем клад. Так, стоп. Лопатку надо подальше убрать. И на берегу этой замечательной реки есть интересный сигнальчик, необычный. Как всегда, похоже на пробку. Копаю. Текс. Отходим. О, а копать и не надо. И это... Какая-то деталька от игрушечной машины. Да нет. Это детская какая-то клипсина. Вот такая вот мурка. Блин, не серебро. А, ну да. Продолжаю свой репортаж от Бонифация. Негры подотстали и поустали ходить за мной. Показывают мамкам найденные монеты. Ну, отдавал я им, так сказать, наши. И вот на этом замечательном берегу интересный сигнальчик. Очень странный, и поэтому я его выкопаю. Текс. Thank you.
Какой тут пинпойнтер. Такой дерн. Или в нем поковыряться просто невозможно. Ага. Текс. Пока никто не видит. За мной наблюдает множество детских глаз. Вон они все смотрят. Это колечко. Но это даже не серебро, это бижутерия. Побежали всем рассказывать о найденном золоте. Репортаж Бонифация. Копки в обед. Один негритенок уехал. И интересный сигнальчик. Он на поверхности плюс 51, плюс 46, плюс 49. Что-то лежит в этом песочке. На поверхности. Ох, музыканты приехали. Так, идет негритенок, надо срочно снимать. Это 50 рублей, 93-й год. Чтоб деньги не отобрали, надо их срочно прятать. Наконец-то пионерам надоело меня преследовать. И обед мой заканчивается. Последний сигнальчик выкапываю. Выкапываю его 27, потому что не попадает ни под какой из предметов. Поэтому копаю. Сигнальчик лежит на поверхности. Поэтому сейчас мы просто берем вот так вот песочка и просеем. А вот и золото, бриллианты. Это пуговка. Так, идет негритенок. И на этом сегодняшний мой репортаж заканчивается. Пионеры совсем не дают снимать кино. Но вот сегодняшние находки. Две пуговицы, копеечка, 50 рублей, колечко. Вот, собственно, все бриллианты.